зовут Вика, и как проходит ваше лето? Напишите обязательно внизу в комментариях. И в этом видео я вам покажу три очень крутых и простых рецепта напитков. Здесь будет один напиток из Старбакса, один рецепт для My Bottle и третий просто очень крутой освежающий рецепт. Надеюсь, вам понравится, так что подпишитесь на мой канал, потому что дальше будет много интересных видео. Поставь большой пальчик вверх, потому что это видео тебе понравится. Также не забывай подписываться на мои социальные сети, такие как Instagram или Twitter. Ну что ж, давайте без дальнейшей болтовни приступим. И да, если ты заметила у меня что-то новое, поставь пальчик вверх или напиши внизу в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение. Для того, чтобы приготовить наш ягодный латте, для начала заварим кофе. Затем добавим в кофе молоко в пропорции 1 к 2, но затем добавляем ягодки. И все. Ну а для того, чтобы сделать такую голубую водичку, мы в воду добавляем либо пищевой краситель, либо ликер Blue Curaçao, который, к счастью, оказался у меня дома. А чтобы сделать наш охлаждающий напиток, мы для начала завариваем чай, любой, который только пожелаете. Затем отрезаем любые фрукты, в моем случае это апельсин. По желанию можно добавить сироп или любой другой подсластитель. Я надеюсь, вам понравилось это видео, поэтому поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши в комментариях, как проходит у тебя лето. Всех люблю, целую и всем пока!